Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород» Барнаул. Закончилась первая декада июня. Весна, как уже упоминалось, в этом году выдалась холодная, поэтому и с посевами пришлось немного задержаться, и, естественно, культуры поспевают разные тоже запоздания. Вот, например, редиска. Она была посеяна только 8 мая. Из-за плохой погоды раньше это сделать не получалось. И только вот к 10 июня она полностью созрела. Здесь три сорта редиски. Редиска выступает как промежуточная культура. Она растет на грядке с кукурузой. Кукуруза останется, а редиску сейчас буду убирать. Сорта следующие. Это очень хорошо известный, проверенный, надежный сорт «Французский завтрак». Вот эта редисочка. Она полностью поспела. Оставлять на грядке редиску уже нельзя, иначе она потеряет свои вкусовые качества. Лучше потом держать урожай в холодильнике. Вот это сорт 18 дней. Тоже очень хорошо известный, проверенный сорт. Вырастает всегда неплохая редисочка. А вот третий сорт редиски пробую впервые. Это редиска из голландских семян, сорт Сакса. И видно, что редиска тоже практически полностью поспела. И тоже буду ее убирать. Видно, что есть повреждения крестоцветной блошкой на листиках. Но сейчас уже эти повреждения серьезного вреда не нанесут. Вот такая тоже неплохая редисочка Сакса. Повторюсь, лучше корнеплоды потом подержать в холодильнике, чем сейчас они останутся на грядке. Ну, редиски немного, я думаю, используем ее очень быстро. Вот так выглядит скромный урожай редиски «Французский завтрак». Очень хорошая, вкусная редисочка. Корнеплодики ровные и неплохого вкуса. Выращиваю редиски немного, ровно столько, сколько нужно для еды. Вот это корнеплодики сорта редиски 18 дней. Этот сорт очень похож на французский завтрак. Вот такая редиска. Одну попробовал, вроде бы еще пока не переспела. А вот эта редисочка из голландских семян, сорт Сакса, если не ошибаюсь. Тоже неплохая редиска. Корнеплоды крепкие, ровные, хорошего вкуса. И что интересно, очень маленькое количество ботвы. Видно, что немного все-таки крестоцветная блошка успела ее повредить. Но корнеплодики завязались неплохие. Очень неплохой сорт оказался редисочки. Сорт Сакса. И поскольку эта редиска мне очень понравилась, решил оставить некоторое количество корнеплодов на семена. Вот они. Для получения семян редиски использую беспересадочный способ. То есть корнеплоды не выдергиваю, а оставляю на грядке. В этом случае надо отбирать обязательно качественные корнеплодики. Тогда и семена будут хорошие. Эта редиска будет здесь расти, трогать ее не буду, выбросить стрелки и в положенное время надеюсь получить достаточное количество семян. Семена других сортов у меня уже есть. Ну а кукуруза теперь останется в одиночестве. Скоро ее буду прореживать и она будет расти, служить кулисой для огурцов, которые рядышком. И, надеюсь, початки будут полновесными и вкусными. Здесь сорт кукурузы «Царевица». Очень хороший сорт. И вот свежая редисочка служит хорошим подспорьем к самым простым блюдам. Картошка, мясо, редиска. Уже хороший обед.
Так что первые урожаи на участке уже собраны. Это зелень и вот редисочка. Чего я пожелаю всем огородникам, хороших урожаев и редиски и прочих самых ранних культур. Всем всего самого доброго. До свидания.